Для меня главный формат – это мой внутренний. Вот он что-то мне позволяет писать, что-то не позволяет. А твое радио, не знаю, видимо, мой формат не настолько жесткий, или наоборот, очень жесткий. Что, ну, у нас как-то никогда не было проблем с попаданием песен в эфиры. А в зале, поскольку ты не видишь и не знаешь никого, и когда пишешь, не представляешь себе, кому все это, то чувствуешь себя совершенно свободно. Переступи черту впервые за 100 лет. Взгляни на красоту, взгляни на этот свет. Шагая в темноту. То есть, конечно, многие песни там мы записали 7 новых вещей, отдаем на радиостанцию. Радиостанция возвращает и говорит, ничего не подходит. И никаких проблем с этой станцией нет. Ради бога, не понравилось, никогда ничего не навязывали никому. Действительно, последние 20-30 лет вот, научно-технический прогресс так нас закрутил всех. Трудно отследить изменения, потому что ситуация все время меняется, и она меняется очень быстро. Но я вам так скажу, что как бы эту систему не перекашивала, мне кажется, в результате вот каких-то, не знаю, естественных событий, она все равно время от времени возвращается в свое первоначальное состояние. И там, скажем, вот это соотношение, там, не знаю, там, дебилов и интеллектуалов, оно всегда примерно в одной и той же пропорции оставалось и будет оставаться. Я иногда хулиганил и выкладывал MP3 песни на сайте. Причем на час, например. Выложишь там с комментариями, что это, для чего, там, откуда, через час убираешь. Кто успел скачать, тот успел, кто не успел, тот не успел. Вот, но сейчас уже не занимаюсь. Ну, просто волна, видимо, это прошла, хулиганство это. У меня есть семья, у меня есть группа, и мне есть себя чем занять. Вокруг всегда полно народу. Я от этого счастлив. Иногда от этого устаешь, конечно, но в целом все равно фон такой очень радостный от этого, от всего. Настолько радостный, что его приходится даже давить, и эту радость особенно не высказывать. После забитого гола бегать вот с таким вот пальчиком, вот здесь вот типа. Я люблю футбол сам, и смотреть футбол, и играть в футбол. Никого особенно не саппортирую, не поддерживаю, не являюсь фаном там. У меня нет ни розы, ни баннера. Зато у меня есть бутсы для зала, и есть бутсы для грунта, и я играю круглый год. Вот это мне больше всего нравится. Раз в 2-3 года вдруг налетает вот что-то такое, что хочется написать песню на чужое стихотворение. Иногда его не помнишь целиком, значит, бежишь там либо к стеллажу книжному, либо в сеть лезешь искать. Да, в принципе, любой хороший поэт может лечь на музыку, стихи любого поэта. Но просто, опять же, специально это делать, выискивать, что-то подбирать. Вот. Мне, опять же, нравится, когда все это мистическим образом происходит. Специально ставить на поток тоже нет. Сквозь плащ и капюшон, и пробегает дрожь, и страшно, и смешно, и тесно облакам, и кругом голова, по буквам, по слогам, возьми мои слова. Планы никогда не любил, не строил планы, у меня план один. Просто вот жить, и как живется, так и жить. Что будет, то и будет.